Господи, боже мой. Андрей, а почему он дома? Это значит, что случилось. Нет. Добрый день, Николя. Добрый день. Я знал. Ничего нет, не случилось. Ну, да, звонок. Просто я буквально 15 минут еле отпросился не изучать. Ну, значит, что случилось. Ничего не судьбы. А что, в чем дело? Ну, и так с глазу на глаз. Я не понимаю, какие могут быть секреты. А где он, кстати? А, да, вот это Николя. Говори, пожалуйста, побыстрее, потому что я опаздываю на поезд. Я в Варшаве играю леди Макбет, но тебя, по всей вероятности, это не интересует. Это очень интересует. Ты положила тайну. Мамик, меня это очень интересует. Дело в том, что мне надо было денег немного. Всего 3 рубля. Сейчас тайну. Как вы ждете тайну? Я же не могу говорить тайну. Господи, вот он. Вот он, это она. Да. Значит, ты говоришь, всего 3 рубля. Всего 3 рубля, да? Да. Вот, Николя, я вам только что говорила. Чаю принести? Кому мы уже пили? Нет, спасибо. Что молодое поколение совершенно... Ой, господи. Да молодое поколение совершенно... А где мой этот сам мундштук? Вот мундштук. Да. Молодое поколение совершенно... Лишь... Вот ты носишь спички, значит, ты куришь. Маменька, я не курю. Ну, нет, я не курю. Молодец. А скажи мне, Андрей, скажи, мой друг, ты никогда не задумывался, как непроста моя жизнь. Маменька, мне надо это все 3 рубля. Вот из-за этого человека я пожертвовала своей карьерой. Я отвергла такое... Счастливого пути, маменька. Да, да. Такое чекое. А где вот это, вот, которое я пью, когда мне... Господи, я отвергла. Вот все-таки, Андрей, я бы хотела... А никого нет. Кому я это говорю? Я не понимаю. Никого нет. Ни здравствуйте, ни до свидания. Ни слова. Все-таки я думаю, что эффект не был бы вот так. 3 рубля. Нет, ты еще сиди. Где Николь, а? Надя. Да ты что? 3 рубля. Ты а потом вернете. Да, ну, Господь, берите, а потом вернете. Берите, берите. Спасибо, я верну, я прям верну. Ну, понимаешь, ну я же весь чужой поломал, мне надо мне ее починить. Ну, спасибо. Я